Самара, родина крупнейшего международного рок-фестиваля «Рок над Волгой». Впервые на сцене международного фестиваля «Рок над Волгой» группа «Ленинград». Я вообще не люблю обобщения, но, то бишь, кандидаты все пидоры, это вряд ли. Обобщение мне не очень нравится, да. Там есть и педофилы. Я не пропагандирую ничего, я пропагандирую не вялость хуя, все, больше ничего. Что если кто меня увидит, пристрелите в нахуй, да. Это свобода слова, это срыв мозга, это они, это группа. Вот опять уходит тёлка от меня, потому что нету денег ни рубля, ни рубля, потому что нет квартиры и машины нет, потому что не умею я варить обед, когда нет. Вот опять уходит тёлка от меня, потому что нету денег ни рубля, ни рубля. И среди моих друзей людей приличных нет. И ещё плюс ко всему я как мудак одет, когда нет. Гришаня, Санкт-Петербург! Ну чё, споём? Как?